Приветствую, друзья! Предлагаю вашему вниманию вкусные и легкие в приготовлении рубленые отбивные из куриного филе. Отбивные получаются очень нежными и ароматными. Итак, что нам нужно? Куриное филе 500 грамм, яйца 2 штуки, мука 2 столовые ложки, сметана 2 столовые ложки, укроп и петрушка по вкусу, твердый сыр 100 грамм, соль и перец. Куриное филе нарезаем на мелкие кубики. Петрушку и укроп мелко режем и добавляем к сметане. Солим. Затем к куриному филе добавляем яйца. Столовой ложкой выкладываем отбивные и жарим 5 минут с двух сторон. Можно на 2 минуты накрыть крышкой. Чтобы отбивные получились сочными, не стоит их жарить на сильном огне. Нежнейшие рубленые отбивные
из куриной грудки с интересными начинками готовы. Они украсят любой праздничный стол. Приятного аппетита!